На площадке учебного корпуса Полоцкого госуниверситета в Междуречии между студентами юридического факультета прошли дебаты «Конституция. История. Современность». Первокурсники специальности правоведения обсуждали вопрос отмены смертной казни, ведения суда присяжных, а также запрета использования искусственного интеллекта в целях защиты интересов граждан и национальной безопасности. Дебаты проводились в рамках областного плана мероприятий, посвященных 30-летию Конституции Республики Беларусь. 9 марта на базе Дворца детей и молодежи города Новополоцка прошел городской этап республиканского проекта «Поезд памяти» в рамках 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Гимназию номер 1 Нефтеграда представляла учащаяся 10-го Б-класса. Она достойно представила свою визитку и по итогам была отмечена дипломом участника. Команда учащихся 8-9 классов Полоцкого кадетского училища приняла участие в районных соревнованиях по бадминтону, где заняла 3-е место. Поздравляем ребят с заслуженной победой!